Красота спасет мир. Наталья Рок, Санкт-Петербург. И она считает себя моей ученицей, а я восхищаюсь человеком, потому что она делает то, чего я не умею делать. И даже не возьмусь. Представляете? Но это как у меня много есть доказательств божественного происхождения мира. Я об этом еще буду говорить. 30 миллионов лет назад по всей планете 2 километра льда. И ничего вообще нет. Ничего. Под 2 километрами. Все полностью. Не то, что где-то одно место лёда, в другом хотя бы тундра. Нету тундра. Ничего нет. Все. 30 миллионов лет назад. Потом бах. Тут же обезьяна, тут же хвост отвалился, и тут же человек. Глупости вот эти. А у меня, кроме вот таких вот серьезных претензий к науке, есть еще одна. Это важнейшая, как сказать так, важнейшее доказательство божественного происхождения, что наши предки жили в Эдеме. Да потому что, как бы ни было плохо, и я знаю, и мои женщины, и как бы плохо ни жили, такие страшные времена переживали, когда это даже поверить в это сложно. А цветы садили. Откуда это? От обезьяны? И вот так из этих самых, Наталья, ваши предки жили в этом. Может, у того, кто сейчас убивает людей, все-таки мы гибриды, может, и другой где-то жили, на другой планете, среди этих самых зверя. Но ваши предки, Наташ, жили в Эдеме. Вот. Ну, я сейчас вот так сделаю. Ну, извините, не успел перенести. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас я... А, кстати, вот это вот мой брат 2600 моих фильмов переносит в Рутуб. Потому что все еще страх, что Ютуб закроют, и мы с вами расстанемся. Запомните, не получится уничтожить Ютуб, чтобы нам напакостить. Вот. Встретимся в Рутубе. Вот видите, Рутуб, ваше видео отправлено. Я не знаю, как у него, как он еще живой. Уже, наверное, 1000 или 2 отправил туда моих фильмов. Теперь я ищу нашу милую Наташу. Ага, смотрите. Внимание, внимание, внимание. Я не смог перенести отсюда. Не смог эту красоту. Ну, давайте посмотрим. Полюбуемся прямо тут. Переписки. Это потомок обезьяны, что ли? Вот это все посадил. А потом еще письмо прочитаю. Ой. Господи, чувствую себя этим. Понятно кем. Понятно кем. Так, давайте тогда дальше посмотрим. Вот. Ага. А кто сказал, что виноград может расти только в Херсонской области и в Крыму? А? Авторы, которые писали об этом. Не хватает солнца. Не... Кстати, вот в Англии говорят, туманный Альбион. А там климат же рядом такой же, как в Питере. И как она умудряется в туманном Альбионе это вырастить, а? Эй, авторы, которые отбили у миллионов рублей рук даже пробовать. У меня отбили желание пробовать виноград. До сих пор дурак дураком. Думаете, это все? Смотрим дальше. Вот. Так, где мы? Где мы, где мы? Думаете, это все, да? Не, не надейтесь. О, еще фотография, еще. Ладно, сейчас еще письмо будет. А вот это я не все даже смог открыть, Наташа. Ну, что смог, то открыл. Вот так. Ну, это, скорее всего, мой персик. 99%, что мой. Ну, спасибо. Вот. А вот это вот, память, я не знаю, я вас не успел спросить. 16-й год.
Во-первых, не совсем память Яковлева. Наверное, это не мой саженец, наверное, это не мой. Я сам саженец продавал. Потом уточните. Наверное, это не мой саженец. Наверное, это Игота давнешний. И, наверное, это не память Яковлева. Не похоже совершенно. Надеюсь, вкусная. Вот. И остальные открыть не смог, уж прошу меня простить. Но ради чего я еще, смотрите, вот здесь еще ваше письмо. Отправляю фотоотчет. Прививаю в первых числах ноября розы на шиповник Лакша. Заметьте, в начале ноября для меня это, извините, это, ого, да я бы сказал, что-то тут не то. Как можно в начале зимы? А у вас, вы же волшебница, прививаю в первых числах ноября. К маю хорошие крепкие кустики. 6 месяцев уже. Как это так? Практически 2 летних сезона. Это мой собственный метод. Внимание! Стал бы я просто так, это самое, расстилаться, как сказать, по принципу, зато кукушка хвалит петуха, зато что петух кукушку. Нет. Нет, ребята. Видите? Все начинают прививать в феврале. Мы его обкатали, дает хорошие результаты. Для меня это вообще удивительно. Как так? Ну, надо уточнять, конечно, не без этого. А не в теплице ли? Вот. Не знаю. Смотрим дальше. И вот, значит, я сказал, Наталья Ерух, будьте добры. Давайте свои данные. Оказывается, у нее есть группа, вот она, Серенада, Северный Садок. Вот, видите, вы можете туда вступить. Вы можете оттуда пригласить ко мне побольше на мой канал. Это процесс взаимный должен быть. Кто-то научится от вас виноград выращивать, розы, прививать розы, прививать. Вот. А кто-то, наоборот, к нам присоединится, и особенно из тех, которых уже голова так запудрена этими глупостями, которые сейчас в ваших краях теплее же, весна раньше начинается, в районе Питера. Это значит, что кто-то сейчас же начинает калечить сады. Самая страшная фотография, помните, я показывал вот так вот, когда продавец продал саженец, потом взял его в руку и секатором уже продал, вот так отрезал вот это кольцо. Это человек рассказывал, фотографию прислал. Все это изувечил, говорит, да. Это была питерская, это история питерская.